Во дворе по улице Ореховой областного центра несколько месяцев не высыхает лужа. Куда только не обращались жители, а ВОЗ и ныне там. Известно, что проблема где-то глубоко под землей. Скорее всего, это очередной порыв. Но что глубже, трубы, до которых никому нет дела, или безразличие самих коммунальщиков, расскажет Дмитрий Ерофеев. А получается, как перекрыли. Отопительный сезон, у нас не работает вообще ничего. Правильно, сейчас дадут отопление, мы будем сидеть без отопления, без горячей воды. Предсказание на коммунальной гуще, иначе не назовешь. Этой лужи уже полгода, она не сохнет ни весной, ни летом, ни в другое время года. Где-то под землей поломка, до которой никому нет дела. Никому, кроме Николая Гончарова. Живя здесь 9 лет, он готов взять проблему в свои руки и докопать до истины, но одного желания здесь мало. Возмущенных очень много. Не только вот наш дом, но и вообще весь двор. Потому что дети плавают в грязи, стали появляться утки, извините. И можно карасей разводить было. Если бы разводили только рыбу. Сначала жители обращались в управляющую компанию. Те передали запрос в ресурсоснабжающую. Продолжать бы и продолжать, если бы не долгожданный экскаватор, который все-таки приехал, словно предвещая первый снег. Послужила причина несвоевременного выполнения данных работ. Это стоящая брошенная газель на месте работ. Брошенный автомобиль. Коммунальщики так обрадовались его переезду, что приступили к работам без каких-либо схем и документов. На свой страх и риск, сказал инженер, давая указания рабочим. Они все опытные люди и не первый раз копают именно в этом районе. Я думаю, они смогут избежать проблемы сложности. С проблемой специалисты действительно справились. Протекающая труба спустя месяцы наконец-то отремонтирована. Ну а качество работ жители, как обычно, оценят по зиме. Дмитрий Ерофеев, Дмитрий Бочаров, Александр Кобзарев. Область новостей.